Кэлвинское противостояние двух популярных корпусов. Это Васп и Мамонт. Что если час поиграть на Мамонте и час поиграть на Васпе? Напишите в комментарии, как вы думаете, какой корпус победит. Друзья, перед просмотром данного эксперимента рекомендую вам подписаться на канал Матрикс Топовый Ютубер. Это не просто название, на самом деле так и есть. На канале Матрикса классные видосы, также стримы проходят. Переходите по ссылке в описании и сами зацените. Также я хочу для вас сделать небольшой конкурс на контейнер. Если хотите его получить, то просто переходите по ссылке, подписывайтесь на канал Матрикс. Также под последнее его видео пишите в комментарии свой игровой никнейм и ставьте лайк. Итоги я сделаю под его видео через 24 часа. Всем удачи! Всем привет, друзья! С вами Биг Танкс, и сегодня я решил сделать хэллоуинское противостояние. Состояние двух популярных корпусов. Это Васп и Мамонт. Именно Мамонты и Васпы чаще всего забирали голды на хэллоуинской карте. Да, друзья, вот эти вот ракеты, которые летели и ждали эти ракеты внизу. Много мамонтов, которые просто всех бесят. От кого бесили мамонты, поставьте лайк, потому что, я не знаю, давайте проверим, сколько нас. Но надеюсь, что разработчики пофиксят мамонт. Я очень в это надеюсь, верю, то, что все будет окей. Но в итоге, что мы имеем? Васпы, который вырубает овердрайв мамонта, тоже очень много фармили голдов. И вы это видели в моей последней ЗЛПшке, как вообще я забирал голдики, как я приловчился к Васпику. У меня это неплохо получалось. И сегодня я решил сделать такой вот эксперимент и проверить, что если час поиграть на мамонте и час поиграть на Васпе. И в итоге понять, на ком корпусе проще и лучше ловить золотые ящики, тыквы, ракеты, контейнеры. Какой корпус вообще будет лучше себя показывать на этой карте. Поэтому, ребят, прямо сейчас лепите лайк, подписывайтесь на канал. Прямо сейчас нажмите на колокольчик и напишите в комментарии, как вы думаете, какой корпус победит. А потом уже узнаем, угадали вы или нет. Погнали! I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm up in front of this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it feels. Battle it and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. Ain't nowhere you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never split, staying ready. Keep an eye out for the fakes, for the snakes. Throw the clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Blood in my hands, got slugs in my gunners. You'll be notorious, we ain't no runners. Blood in my hands, got slugs in my gunners. These warriors, they ain't no gunners. Blood in my hands, got slugs in my gunners. Blood in my hands, got slugs in my gunners. Gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucker running this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it feels. Battle it and I ain't never lose, we some motherfucking warriors.
это у нас готовили. Необычное противостояние получилось. По итогу Мамонт взял 10 золотых ящиков, а Васп 17. Получается, победил Васп. За час игры на каждом корпусе, конечно же, мне проще было на Васпе играть, но в некоторых ситуациях Мамонт очень сильно решал, когда можно было даже 2 сразу забрать. Просто это невероятно. Я думаю, на Васпе это было бы невозможно, а Мамонта Оверка, она
решала и спасала во многих ситуациях. Но так как мамонтов было очень много, вас просто вырубал все овердрайвы у всех сразу мамонтов и забирал простые тыквочки и контейнеры, которых тоже было немало, кстати. Ребят, как только под этим видео наберется 2000 лайков, я сразу запишу ЗЛП, праздничную ЗЛП на хэллоуинской карте, которая будет 31 числа. Поэтому все в ваших руках. Надеюсь, ролик понравился. Поддержите лайком, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Ну а с вами был Big Tanks. Всем удачи, всем пока, друзья!